On my bad side, acting like she know me since she met me in a past life. Hey, had to tell her she should act right. She just wanna talk about the time we had last night. Yeah, the ribbon, fuck your feelings. The way she sucked my soul, I need some spiritual healing. Grab the ribbon, fuck your feelings. The way she sucked my soul, I need some spiritual healing. Grab the ribbon, fuck your feelings. The way she sucked my soul, I need some spiritual healing. Grab the ribbon, fuck your feelings. The way she sucked my soul, I need some spiritual healing. Ассаламу алейкум, ребята, добро пожаловать на KH Automotive. Сегодня у нас Red Bull Drift Event. Вы должны увидеться с ребятами буквально через пару минут. Некоторые участники нашей команды уже там. Как вы, может быть, знаете, я открыл Master Color клуб в Баку. И мы все же участвуем в Hyperdrive. Это наши ребята. Сейчас подъедем. Поснимаем для вас. Ребята, подъезжаем к месту назначения. Там будут дрифткары, сейчас подъедем, покажем. У нас машин 15, но пока что поснимем, вот как заезжает машина. Приблизь. Вот там наша команда. Субарики, JDM. Здесь есть, кстати, очень интересная мне машина. Она китайская, называется Li-9. Это что-то наподобие китайского Maybach GLS 600. Я постараюсь для вас снять кадры. Я ее только видел в интернете. Сейчас живьем увидим, посмотрим. В салоне там неплохие вещи. Короче, я для вас мало снимал в последнее время. Мне все говорят, что мотивацию надо поднять. Поднимаем мотивацию, снимаем для вас чаще ролики. А когда не снимали, да, скажите? Комменты оставьте свои впечатления, если нравится, дальше буду снимать для вас. Если нравится, тоже буду снимать. Хейтерам салам алейкум.
Здравствуйте, салам. Салам алейкум, хайпер драйв здесь, наш. Гангстер! Гангстер! Нормально, мне спасибо. Здрасте. Еще раз. Его не снимай только. Я уже снимаю, это уже поздно. Снимай его. Хорошо.
Alright, I like what you got there. Let me show you what I got. Check this out. Не давал делать обзор. Вот там стоит, я его. Пала и Фирус. Импала. Салам алейкум, Гаташ. Не против, если сниму? Какого года она? 63-й. Идеальный автомобиль. Да, это 283 движок, 4.6 и 3-ступенчатый автомат. Идеальный автомобиль. Супер, у меня Мустанг. А, собирается. Да, Салак собирает. Кабрик. Вы же сказали, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете.
Йо-йо, нора толма.
Снимал эту машину для вас ранее. Thank you.
подойдем, Анна.
чувак пешком бежит. Рывок угадал. 0 на сотню за 0.1 секунду. Короче, закругляем сегодняшний влог. Надеюсь, вам понравилось. Все, да, что вы еще хотите? Не забывайте про Инстаграм, Телеграм. Комменты пишите, да, мне, а то не буду я для вас снимать. Я шучу. Вы смотрите или не смотрите, я все равно буду снимать. Хейтерам, салам алейкум, вы сами знаете, кто вы. Давайте. Целоваю. Мотивацию надо поднять!